Привет! Вы смотрите спецвыпуск видеодайджеста «Объектив». Он посвящен Дню знаний. Сейчас вы увидите, как отмечают начало учебного года в Оренбургском госуниверситете. Празднование Дня знаний начинается в сквере у третьего корпуса ОГУ. Совсем скоро здесь откроют памятник выдающемуся ученому Петру Ивановичу Рычкову. В этот замечательный день открывается памятник ученому Петру Ивановичу Рычкову. На торжественном открытии памятника в ОГУ студенты, сотрудники университета, представители администрации города и другие почетные гости. Крупнейший вуз региона не случайно был выбран месторасположением памятника Петру Рычкову. Такой памятник, он как нельзя кстати на территории университета, который является по определению центром науки, культуры и образования. Сегодня мы очень четко осознаем, что все, что было завещено нам Петром Ивановичем Рычковым, реализовано было последующие два столетия. Автор монумента, заслуженный художник России Надежда Петина, рассказала историю создания памятника и поблагодарила тех, кто принимал участие в создании проекта. Мне кажется, что вот этот уголок будет любимым местом всех студентов. Церемония открытия памятника завершилась возложением цветов к монументу. Памятник представляет образ юного Рычкова и символизирует стремление студентов к знаниям. А чтобы им было проще покорить научный олимп, в ОГУ возводят современные учебные корпуса. Открытие одного из них состоится с минуты на минуту. 9 этажей, более 13 тысяч квадратных метров. Новый корпус – один из самых крупных в Оренбургском госуниверситете. Его долгожданное открытие приурочили ко Дню знаний. Сегодняшнее событие, оно очень важно. Мы улучшаем условия обучения, работы. Мы формируем новую образовательную среду. Мы создаем новые лаборатории. Для города этот корпус, очередной корпус, это подарок значимый. Это не просто 13 тысяч квадратных метров, это 13 тысяч квадратных метров науки и новых достижений. Это новые возможности для вас. Несмотря на дождливую погоду, на церемонии открытия корпуса царило праздничное настроение. Сегодня настоящий праздник. Вот на моей памяти это вот первое такое масштабное переселение кафедр наших в новое здание. Просторные светлые помещения, полностью оборудованные и укомплектованные мебелью. С помощью наших студентов они приведены в рабочее состояние. Ваши бурные аплодисменты! Классный учебный корпус Оренбургского государственного университета открыт! В его аудиториях разместятся более 20 кафедр и несколько структурных подразделений вуза. Занятия в новом корпусе начнутся уже 3 сентября. Полчаса назад в ОГУ открылся новый учебный корпус. Следующим подарком для студентов ко Дню знаний станет праздник на стадионе «Оренбург». Люди уже сейчас собираются на торжество. С особым чувством приходят сюда первокурсники. Здесь их ждет посвящение в студенты. Красочное шоу «Под открытым небом». Творческие коллективы Дворца культуры «Россия» исполнили свои лучшие номера. Особый подарок для студентов – песни посвящения Оренбургу. Наш земляк, композитор Алексей Цыбизов, написал ее специально к юбилею города. Право исполнить свое произведение он отдал камерному хору ОГУ и вокальному ансамблю «Концертина». Но в этот день нельзя без традиций. Одна из них – внос знамени ОГУ и исполнение гимна Оренбургского госуниверситета. Почетной миссии знаменосца удостоен студент ОГУ Эдуард Булатасов. Юноша – гордость университета, победитель первенства России и Европы 2013 года среди юниоров по гиревому спорту. Я хочу пожелать вам всем успехов в учебе, в науке, новых спортивных достижений, участия в общественной жизни, в культурной жизни университета.
У нас для этого созданы все условия, и я надеюсь, что вы воспользуетесь в полной мере этой возможностью для того, чтобы реализовать свои устремления в этой жизни. Посвящение в студенты в этом году провели костюмированные исторические персонажи. Символический ключ знаний и студенческий билет первокурсники получили из рук Александра Пушкина, Сергея Аксакова, Владимира Даля и Ивана Неплюева. Теперь недавние школьники – часть большой студенческой команды. Уважаемые первокурсники, особые слова сегодня звучат в ваш адрес. Для вас гостеприимно распахнул двери Оренбургский государственный университет, вуз, в котором вы можете получить прекрасное образование, где вы научитесь учиться, работать, дружить, заниматься общественной деятельностью, потому что студенческая жизнь многогранна. Я призываю вас учиться, учиться и учиться. И Оренбургу, и Оренбургскому краю, и нашей России нужны умные профессионалы. Они нужны. В них есть огромная потребность. Праздник посетили и выпускники ОГУ. Один из них выступил перед собравшимися. Песню для студентов и преподавателей исполнил солист и худрук оренбургской музыкальной группы «Встреча» Игорь Инютин. Творческий номер ко Дню знаний подготовили также спортсмены вуза и волонтеры, участники универсиады в Казани. Первый студенческий день, как-то сложно описать эти эмоции, как бы новый виток жизни, новые знакомые, очень не передать словами. Масса впечатлений в этот прекрасный день. Наконец-таки у меня началась студенческая взрослая заочная жизнь. Я очень рада, что наконец-то окончила школу. Праздничным настроением прониклись не только главные виновники торжества, первокурсники, но и будущие преподаватели студентов. Это действительно праздник. Праздник для всех, для абитуриентов в первую очередь, которые поступили в этом году. Это и праздник для преподавателей, которые снова встретятся со своим новым поколением. Праздник завершился, но путь к научным достижениям и творческим свершениям для студентов только начинается. Так ОГУ отпраздновал День знаний. Впереди у студентов новый учебный год. О самых важных событиях в жизни вуза мы будем рассказывать еженедельно в эфире видеодайджеста «Объектив».